Что нужно современной женщине? Права или привилегии? Действительно, привилегии они будут. А вот прав зачастую не хватает. Хотят ли мужчины заниматься женскими вопросами? Мы разные априори. И говорить о каком-то равноправии я вообще не вижу никакого смысла. Нужны ли женщинам мужские советы? В современном мире есть возможность женщинам заниматься той профессией, какой она хочет. Мужской взгляд на женское счастье. Это сидеть дома, воспитывать детей. Очень важно, чтобы женщина всегда оставалась женщиной. А сейчас им и так все можно без нас. В чем же женское счастье? В правах или привилегиях? Об этом ток-шоу «Пятый угол».